Спасибо, ребят и девочки. Кстати, кто из вас читал книгу «Это странная жизнь»? Повесть. «Это странная жизнь»? «Это странная жизнь». Повесть Даниила Гранина. Но, братцы, это обязательно надо посмотреть. Дело в том, что это повесть автобиографическая о таком академике Любищеве Александре Александровиче, биологе, который посвятил свою жизнь разработке оптимальной, так сказать, оптимальной системе проживания жизни из расчета на 80 лет, когда, сколько, чем, как надо заниматься, чтобы наиболее плодотворно, наиболее содержательно, значит, прожить жизнь. А ведь, знаете, Маркес говорил, что жизнь в конечном итоге – это не количество прожитых лет, а количество буквально дней, явлений, событий, оставшихся в нашей памяти. И вот действительно, когда проходишь по следам своей памяти, то вот что там в ней осталось, то и составляет содержание нашей жизни. И мы знаем, что одни там в 37 лет, как Пушкин, да, натворили столько, что сейчас уже несколько поколений пушкиноведов не могут это понять и разобраться, как этот человек смог сделать столько за это. Вот. А некоторые, прожив там сотню и более лет, значит, вспомнить-то почти нечего. Вот. Поэтому, когда умер Александр Александрович Любищев, а сам он прожил 83 года, то к его дневникам, к его, значит, архиву был вот допущен Даниил Гранин. Вы знаете, он сейчас жив, творит еще. Вот написал «Мой лейтенант», последний его этот роман. Это уже, наверное, вы читали, может быть, или слышали. Вот. И он, когда был допущен к его архивам и познакомился с ними, вот он начинает эту свою повесть с того, что «я никогда не считал себя прожигателем жизни, прожигателем времени». Но когда познакомился с дневниками, значит, с архивом Александра Александровича Любищева, мне стыдно стало за то, как я расходую отпущенное мне в жизни время. И вот Даниил Гранин, он живет до сих пор, вы знаете, недавно, вот в честь 70-летия, он въездил даже в Германию и там выступал, так его буквально на руках выносила публика, сколько он интересного рассказывал вот тем, что это. Ну, постараюсь я, значит, поделиться своим тоже уже достаточно продолжительным опытом. Ну, естественно, я думаю, что мало кто из вас скажет, что нет, я не хочу, так сказать, в 60 лет быть молодым, или я не хочу там дожить до 100 лет. Естественно, все это хотят. Вот. Но, оказывается, как все-таки обеспечить себя, сохранить молодым к 60 годам, и как дожить, так сказать, до 100? Тут вот нужно, конечно, и, как говорит пословица, если молодость знала, если б старость могла, нужно не гнушаться, так сказать, да. Нужно не гнушаться советами, опытом старших поколений. К сожалению, у нас иногда бывает так, что наше уже поколение, так молодежь считает, а мы им живем вроде того, что не от мира сего, вот вы мыслите совсем не так, и так далее, и так далее. Ну, во всем надо, конечно, это самое. Полюса любые плохи вообще. И северный полюс, и южный, они плохи. Конечно, хороша всегда золотая середина, но вот найти ее, эту золотую середину, конечно, очень и очень сложно. Вот. Так вот, исследование, между прочим, я как хотел сегодня нашу встречу, поскольку сам-то мне просто посчастливилось в жизни, действительно, посчастливилось во многом. Уже даже в том, что я живу, еще до сих пор мне посчастливилось. Посчастливилось потому, что так уж получалось, что я попадал в среду замечательных людей. И мне как-то в жизни, вот мой ангел, так сказать, хранитель или кто-то там, высший разум, сопутствовал в жизни в этом. И я достаточно с молодого все-таки возраста вот познал, может быть, то, что многим не приходится познать. Но это я расскажу немножечко попозже. Вот. Я так думаю, что я сначала поделюсь с вами тем опытом и наработками, вообще, которые мне довелось узнать, во-первых, и проверить лично. Вот я вспоминаю Александра Александровича Микулина. Вы, наверное, многие слышали. Это фактически родоначальник нашей авиации. То есть двигатели, вот эти МИГи, которые сейчас летают, это они летают и до сих пор на двигателях, которые разработал Александр Александрович Микулин, академик авиации. Вот. Но он на заре советской власти, вот когда становление происходило, значит, нашей авиации, работал очень и очень много. И в 50 лет он, знаете, слег
с обширным инфарктом. Врачи его похоронили. То есть врачи считали, что из такого вот серьезного ранения миокарда он не встанет. А он выжил. Он выжил. И методика лечения инфарктов, она была такой, значит, покой. Покой, долгая реабилитация и так далее. И вот он, будучи там несколько месяцев в этом реабилитационном периоде, стал думать, да что ж такое, наука свидетельствует о том и говорит, что каждый орган человеческого тела может жить до 150 лет, а я что, в 50 лет должен уходить? Нет. И он начинает, он в реабилитационный период изучает физиологию, анатомию человека, значит, интерпретирует эти новые знания через знания своей механики и разрабатывает свою систему борьбы со старостью. И знаете, его книжечка вышла в те далекие годы, значит, она так и называется «Активное долголетие» или «Моя система борьбы со старостью». Кто-нибудь видел эту книжечку, читал? Обязательно найдите, может быть, даже она есть в интернете, я не знаю. Значит, Александр Александрович Микулин, «Активное долголетие» или «Моя система борьбы со старостью». Вот я вспоминаю, он у нас был почетным членом клуба любителей бега при Центральном доме ученых в Академии наук. Знаете, на Волхонке находится этот дом ученых наш. И до сих пор, так сказать, клуб любителей бега, первый в стране клуб, был создан вот при нашем, он тогда Московский дом ученых был, и основал этот клуб Михаил Яковлевич Сонин. Такой был ученый-демограф, который был сильно болен, вот приблизительно у него стадия была, как у Раисы Максимовны, значит, Горбачевой лейкемии. И он благодаря бегу, он сам нам говорил, что я себе подарил дополнительно где-то 11-12 лет жизни. То есть фактически врачи его уже, так сказать, обрекли на уход из жизни, а он, ну, он действительно был патриот, просто человек с сильной волей, а он вместо того, чтобы уходить из жизни, значит, во главе с группой энтузиастов образовал первый в стране, это в 1970 году, клуб любителей бега при Центральном доме ученых, вот, и возглавил его. Возглавил его, но, к сожалению, вот, как он сам говорил, все-таки, так сказать, бег ему подарил дополнительно 12 лет, но не больше. А вот Раису Максимовну, видите, даже вся когорта лучших врачей при всех это самое спасти даже не смогла и года. Вот. И у нас в клубе почетными членами клуба были такие известные вообще выдающиеся люди, вот как Александр Саш Микулин. Я вспоминаю, как он на сцене... Бывали, наверное, в Доме ученых, там у нас большой это так вырезал. Да. И вот он это самое... Он нам показывал, он говорит, я все, что говорю, значит, в этой моей системе, это можете спокойно все воспринимать и делать, потому что это я проверил на себе, на своих близких друзьях. Значит, но это все я обращаюсь к молодым людям, которым уже за 80 перевалило. И вот он показал, что такое для молодых людей за 80 бег трусцой, бег рысцой, значит, и бег галопом. И по сцене он это нам демонстрировал. Вот. У нас был почетным членом клуба Николай Михайлович Амосов. Знаете, это кардиохирург. Вот. 4 раза он к нам из Киева приезжал, особенно во времена, когда Сонин еще был, Михайлович, значит, жив. И тоже рассказывал о своей этой вот системе тысячи движений. Если кто смотрел передачи вот, Малахова, другого не этого сейчас, а Малахова, помните, утренние передачи были там на разные, как сохранить здоровье, там травки и прочее, прочее. Вот однажды, значит, это где-то после 12 ночи звонок раздается у меня в квартире. Ну, а сейчас, если после 12 звонок, это уже думаешь, ну, опять приятная новость, в кавычках, значит, ну, кто может звонить после 12? Вас беспокоит с Первого канала студии телевидения центральной. Вот вы знаете, мы узнали, что вы дружили очень с Николаем Михайловичем Амосовым. У нас завтра утром, то есть у нас завтра, значит, запись программы «На зарядку становись». Не могли бы вы приехать, значит, рассказать об этой системе его вот? Я говорю, а когда это нужно? И сколько это займет? Ну, если, ну, это часа полтора-два. Вот, ну, если в 12 часов приедете бы, хорошо. Я говорю, приеду. Приехал, никого, никто там... Что-то сначала не мог даже попасть куда надо.
Потом нашелся человек, который меня провел куда-то там. Короче, большего бардака вообще в жизни я не видел, как на первой этой самом канале нашего центрального телевидения. Ну вот что сейчас самое главное, значит, знаете, вот у Микулина в этой его активном творческом долголетии, значит, он на первое место ставит три главных фактора долголетия и активного долголетия, значит. Это какие три главных фактора он выводит? Причем он как их сделал? Я уже сказал, он изучает дополнительно физиологию, значит, анатомию, там, биологию и так далее, интерпретирует через свои знания механики, и вот выработал эту систему. Значит, и вывел, что три главных фактора активно творят. Первый фактор – это движение, второй фактор – это рациональное питание, и третий фактор – это закаливание организма. Значит, что интересно там? Ведь наша медицина сейчас, она же борется со следствиями. Со следствием. То есть заболел человек, вот пытается эту самую болезнь как-то помочь химией там или чем-то еще. А бороться-то надо не со следствиями, а бороться надо, искореняя причины. И вот то, что на нас напали сейчас эти болезни века, там инфаркты, те же раковые, онкологические заболевания и так далее, это все причина есть. А причины он какие вывел? Почему? Значит, движение он вывел на первое место. Он говорит, что буквально сотнями тысяч лет, там, миллионами, может быть, лет, человек формировался в условиях естественных, так сказать, природных, когда он босиком бегал, добывая себе пищу, значит, убегал, чтобы самому не стать пищей, вот, для кого-то, и жил в условиях без одежды, без жилья, в окружении этой самой, той среды, в которой он обитал. За последние две сотни где-то лет мы так резко изменили образ нашего, так сказать, жизни, отделили от земли, значит, обувью, одеждой, жильем и так далее. И вот пошли, да, гиподинамия, сидим в основном, особенно сейчас вот молодежь вообще села за эти экраны, этих компьютеров и так далее, еще, значит, это все скажется. Это уже сказывается и на зрении, это сказывается и на мозгах, это сказывается и на развитии вообще остальном. Вот, это... Поэтому надо искоренять причины. И вот он, значит, пришел к выводу о том, что движение – это самый главный фактор, чтобы не допустить этих заболеваний. Ну и разработал свою систему, так сказать. У него была своя там зарядка и прочее. И даже вот там элемент такой есть зарядки. Биброгимнастика, может быть, слышали, это он говорит, что человек должен, так сказать, ну, раз пять в день, скажем, подниматься на носочки и вот так себя по несколько раз ударять. Но он говорил, что все другие упражнения, что я рекомендую делать, их можно делать спокойно, но вот это упражнение надо очень осторожно делать, чтобы не было такого эффекта. Вот когда, значит, это только что в анекдотах, там эти охотники вино взяли, чтобы разобыли и не смогли открыть бутылку, значит, не выпили после. Они же как говорят, берешь, выпиваешь, вылетает. Но никогда нельзя держать бутылку, открывая ее таким вот образом, значит, за горлышко. Потому что при сильном ударе может получиться пробка, если очень сидит хорошо, то отрывается горлышко буквально от бутылки, и, естественно, ранится это. Вот со мной лично, я знаю это хорошо, это меня спасло. Был такой, мы были походы на Карпатах в походе. И очень берегли, несли буквально вот так на подвеске, как медаль, бутылку закарпатского вина. И когда были на Гаверле, значит, девчата там приготовили торт из печенья, перемолотого уже там в рюкзаках, пока мы шли, со сгущенным молоком. Вот, а мне доверили открывать эту бутылку, потому что я нес самый тяжелый рюкзак, мастер спорта был тогда по лыжам, значит. Вот, и, правда, рюкзак у меня был небольшой, но был такой тяжелый, и мне было стыдно, потому что я шел с маленьким вроде рюкзаком, а девчата шли с этими, со спальниками, вот с такими рюкзаками, и, видя там такую картину, люди всегда подсмеивались. Надо же, мол, вроде мужик идет там, несет какую-то сумочку. А сумочка-то была вот... Ну, и вот я открывал эту бутылку таким вот образом, и отскочило горлышко, то ли там еще разреженный воздух был, или чего, ну, немножко пролил, там меня ругались. Но во всяком случае, вот это был случай, да. Так вот,
Почему он эту виброгимнастику говорит, надо быть осторожным? Вот чтобы не случилась такая вещь, как вот при сильном открытии. Потому что что у нас, вот он тоже это все, знаете, у нас же по всем этим нашим кровеносным сосудам кровь, она течет только в одном направлении. А когда порез или что, назад кровь не течет, потому что там есть такие ворсинистые воротцы внутри каждых вен наших этих самых, и которые назад не дают крови, они как бы закрываются, и назад кровь не течет. Вот. Но в районе этих вот ворсинистых ворот как раз и собираются вот эти все шламы, шлаки, накопления. И тромбики тут, и тромбофлебиты отсюда, и так далее. И вот он изучил и выяснил, значит, что, оказывается, хуже всего у нас перерабатывает организм соль и сахар. И от них, вот от излишнего употребления соли и сахара, и остается больше всего вот этих накипей, шлаков, шламов и так далее. И он их и назвал в своей книге «Соль и сахар. Белые враги человека». Это вы, наверное, слышали. Вот. Ну, по этому поводу много вы, конечно, читали, уже, наверное, тоже знаете. Вот самое интересное, что выявила, так сказать, и наука, и особенно она-то базируется вот в этой области в основном на китайской медицине. Китайская медицина вообще очень, так сказать, древняя и так далее. И вот что вывела сейчас эта наука, базирующаяся и на китайской, уже на новейших, так сказать, открытиях и наблюдениях, и исследованиях. Что, оказывается, секрет-то долголетия закладывается в очень короткий промежуток времени нашей жизни. У мужчин с 30 до 50 лет, а у женщин с 40 до 60 лет. Вот, оказывается, этот период жизни... Он является главенствующим и самым главным, значит, в обеспечении того, чтобы к 60 годам не возникло в организме хронических заболеваний. Вот если правильно живет человек вот эти вот годы, потому что все это тоже по исследованиям, к сожалению, вот время у нас мало для встречи, но исследования не показывают, что к 25 годам, когда заканчивается период, так сказать, учебы, когда заканчиваешь период учебы, 25 лет почти, ну, большинство без пороков, которые, так сказать, были, или каких-то бедствий. А у нас организмы приблизительно у всех одинаковые. Там разница буквально в 5% по здоровью, я имею в виду. А вот если уже к 40 годам, самый такой вот критический период, смотрите, вы знаете, если все эти там кривые строятся и так далее, вот переломный момент. А к 40 годам, когда... люди достигают, ну, особенно к 50, уже своих вершин, так сказать, и в творчестве. Одни преуспевают, другие, так сказать, накапливают большой багаж, третий там у разбитого корыта, а четвертый вообще уже уходит из жизни. Вот. Так вот, в 25 лет где-то 9%, так до 9% разница в состоянии здоровья выпускников от всех наших вузов и так далее. А буквально к 40 годам уже процент разницы в здоровье людей чуть ли не 30 становится. И вот эти вот годы, они как раз и оказываются определяющими. Вот большинство из вас сейчас находится в этом периоде. И вот я почему и говорю, что если бы молодость знала, если бы старость могла, поэтому вот это вы должны четко себе представить. Вот в этот период именно, когда... Тут и семья строится, тут и карьера происходит. То есть самый напряженный как бы, период, и вот в этот-то период очень важно все рационально свое здоровье расходовать. Иначе может появляться в эти годы именно хронические заболевания, от которых потом уже трудно освобождаться. А к 60 годам сохранившие вот так здоровье, значит, люди, они и оказываются... Я вот тут даже готовясь сам посмотрел... В интернете есть сейчас всех этих долгожителей, ну, их не так много на Земле, но все-таки они есть. Вот там максимум пока вот доживания, так сказать, людей, которых определено было точное дата рождения и так далее, вот 117 лет. За 117 лет, и сейчас вот женщина это в Америке, у меня тут я даже подготовил, но по времени, я боюсь, я просто не успею более интересно рассказать. То есть тот, кто хочет, захочет вообще советы этих вот старожилов, а кто еще больше и ценнее советы, как не старожилов, вот, но они все сводятся к тому, в основном, вот этих самых, тем, кому 115, 116, 117 сейчас, ну, прежде всего, что заметно, большинство их Япония, США, значит, Германия, Франция, вот там. Хоть и
так говорят в простонародье, так сказать, известно, что у нас на Кавказе тоже много долгожителей, но, к сожалению, они так не могут подтвердить ни год своего рождения, ни это самое, соответствующими документами, поэтому не попадают, значит, в этот список. Хотя, на самом деле, действительно, там у нас тоже сторожей много этих самых живущих долго людей. Вот, а вот эти вот самые женщины, и один мужчина, прорвавшийся, тоже дорвавшись до 116 лет, значит, все они просто говорят, что... Одни говорят, там, особенно женщины, что не, там, не надо особенно с мужчинами, значит, быть, не надо детей иметь, значит, вот, надо рационально питаться, вот, надо, значит, спокойным быть, надо любить, надо это самое, быть добрым. Вот, ну и более-менее, так сказать, пищу употреблять, потому что я вот даже выборку сделал, какие факторы, так сказать, насколько сокращают или продляют жизнь, немножко попозже это пытаюсь сказать. Вот. Так в отношении, значит, первого движения надо сказать, что вот тут более лучшая система, как мне кажется, я ее до сих пор сам использую, это вот система Николая Михайловича Амосова. Он нам ее тоже показывал, делился, значит, и называет он ее системой тысячи движений. Тысячи движений, значит, в основе этой системы у него 10 упражнений, которые он делает по 100 раз. По 100 движений каждое упражнение. 100 на 10, значит, 1000 движений получается. Он категорически, он по-разному пробовал, значит, и тоже, можно сказать, был подопытным кроликом сам. И с гантелями бегал, так сказать, и без отягощений и так далее. Он сам пришел к выводу, что вообще отягощение бегунам и тем людям, которые вообще-то длинные мышцы вот, нужны в тех видах спорта, как вот бег, там, эти лыжи и так далее, он считал, что никаких отягощений не надо. Надо лучше, большее количество повторов упражнений. Упражнения у него очень простые. Очень простые, значит, они начинаются с простых этих движений. Я их покажу, может, запомните, да вы их, наверное, знаете без меня. Это просто на ходу делается часть упражнений на ходу. Но суть всей системы такая, значит, часть упражнений делается на ходу, но после вот 100 движений каждого упражнения потом делается пробежка 100 шагов, проходка 100 шагов и другое упражнение. Опять заканчивается упражнение 100 движений, бежишь там 100 шагов идешь, следующее. И вот все это набирается в результате 10 упражнений, тут где-то в общей сложности ну, 3-4 километра. А с разминкой и заминкой, значит, 5 километров. Вот он бегал. Он бегал, значит, долгое время тоже эти 5 километров. А потом уже даже перенеся операцию на сердце в Германии, вдруг решил усилить, увеличить нагрузки. И, значит, побежал немножко больше и стал опять вернулся к гантелям. И, к сожалению, вот этому делать не надо. И он немножко, не даже в 90 лет, вот ушел из жизни. Значит, первое упражнение – это вот на ходу, когда идешь и делаешь вот простые упражнения кисти, это самое, вот такие вот, знаете, раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз, и это все 100. Автоматически считается нетрудно. Потом пробежался, прошелся, следующий идешь тоже на ходу, вот эти самые махи, 100 раз, на шаг, то есть наоборот. И потом опять пробежался 100 шагов, прошел 100 шагов. Следующее – это вот вращение сюда, по 10 туда. Ну, короче, сотню тоже набираешь, и потом это самое. Следующее – шея. Переход уже от этих вот к позвоночникам. Значит, что важно, вот, между прочим, это тоже важно. Нельзя крутить вот так вот головой полностью, нельзя, потому что это вредно. А я какое-то время не знал, и мне это подсказал. Мы были в Сан-Себастьяне на первенстве мира, и там на набережной около этого самого залива. Значит, делал я утреннюю зарядку, и вот так вот раскрутил, к ним пробегает, и говорит, что вы делаете? Значит, я вот доктор, там это какой-то на английском мне говорит. Нельзя ни в коем случае, нужно головой только так. Вниз, вверх, влево, значит, вправо, вниз, вверх, вправо, влево. Ну, вот так вот делаешь эти самые 100 раз. Это четвертое упражнение. Пятое. После этого идешь, значит, вот эти вот движения. Тоже на, это, с движением идешь.
с кистями и старается, вот, знаете, ладони вниз, ладони вверх, ладони вперед, ладони назад. 100 раз. После этого, значит, наклоны в стороны. Вот эти вот самые наклоны 100 раз. И опять побежал, прошелся, все. Следующие, значит, закрутки, как он называет, это вот на уровне плеч и вот эти самые вращения. 100 раз туда-сюда, желательно, так сказать, смотреть, чтобы видеть. Уже туда. Это какое там 6-е. Следующее, вот обязательно, значит, это работа плечи на этом самом, на месте. И вращение, как можно, так сказать, большим диаметром. Туда-сюда, по 10 раз в одну, 10 раз в другую и так далее, так далее. Конечно, сразу, то, кто не делал это, начинать сразу с сотни не надо. Можно там с 40 раз, а потом постепенно прибавлять и так далее. Следующее – это вот наклоны. Это растяжка, это вот эти вот самые наклоны с закрутками вот так вот. Ну и упрямляешься, достаешь там, сам, желательно не сгибая колен. Это потом, значит, растяжка. Вот эти вот, видели, наверное, делают. Ну тут на счет просто до 10 считаешь раз, до 10 считаешь там два. Ну и последнее, это просто махи, махи это самое. Ногами и все, и тоже вот это все очень даже просто. Вот я эту систему делаю, так сказать, уже с 80-го года где-то, вот когда познакомились мы с Николаем Михайловичем, когда он это показал, я потихоньку начал, вошел. А как часто вы делаете? Каждое утро с 6 до 7. Вот на это на все уходит один час. Один час, потому что больше у меня для себя времени пока не остается. Вот с 6 до 7 это мой час. Ну и, конечно, вот суббота-воскресенье там это пробеги. Желательно. Я потом в конце остановлюсь на таких основных правилах, которые нужно соблюдать. Ну, про движение тут понятно, мне кажется. Это действительно вот. Это как формировался наш организм, и мы должны сейчас, чтобы избежать этих инфарктов и так далее, я тут только должен, опять же, свой опыт передать. Дело в том, что в первых классах, когда я пошел в школу, ну, я болезненный был очень, это самый хилый ребенок, у меня частые ангины были, и в сердце что-то там кололо. И вот врачи определили у меня, значит, недостаточность митрального клапана, такой врожденный порог, и запретили, это было основанием, им запретить мне вообще ходить на физкультуру, то есть заниматься физической культурой, которая была тогда обязательно вообще в школе, да, она и сейчас, наверное, обязательно. Ну, а я-то по глупости своей этой детской радовался. Все идут, они, как правило, физкультура, это было в Подмосковье, все идут там на стадион «Спартак», это самое, или куда-то там в лес на занятия, а я домой. Потому что последние уроки, тогда телевидение появилось уже в конце 40-х годов, и я радостный уходил домой телевизор смотреть. А когда к 9 классу, значит, стоял в ранжире там где-то, стал посматривать на девчата, они ноль внимания, стоит какой-то там этот самый заморыш, вот. Тут я стал думать, боже мой, а действительно и болел, так сказать, особенно эти вот недостаточность митрального клапана, она в чем проявлялась, эта кровь, когда это сжимает в сердце, кровь назад выходит, и струйка, видимо, она так била, и укольчиками такими сердце покалывало. Вот, ну и что делать? Я иду на стадион «Спартак», это в Тарасовке, там он и до сих пор, только тогда он был вообще круглосуточно открыт. Сейчас все это там за огромным забором, туда не попадешь просто так, только по знакомству, значит. Вот. А мы тогда дневали и ночевали, потому что в то время и «Спартак» основной состав, и сборная СССР, она, значит, тренировалась там на этом «Спартаке», на сборах. А школа у нас была вот буквально проселочная дорога, наша школа и стадион. Но мы не больше не на доску смотрели эту самую классную, а туда. На поле, когда выходили все эти Нетто, Парамоновы, Исаевы, Татушины, там Симоняны, Ильины, и Башашкины, и Яшины. А Яшин, так это вообще было интересно. Вот они тренируются, заканчивается тренировка, ему не хватает. А мы уже 9-10 класс, так ребята с колотухами, и тем более это самое,
играли там на первенство школы. Вот он просит ребят, ну кто мне забьет этот пенальти с 11 метров, 10 копеек на мороженое, значит, даю. Вот мы там ему бьем, не можем забить, не можем. А он чувствует уже, ну, иссякает у нас этот энтузиазм, значит, какой смысл, значит, все-таки хочется мороженое, это год тяжелый. И он пропустит, каждый раз все равно пропустит, один там два раза пропустит, нам всегда давал эти гривенники. Вот мы радостно бежим там это сам на станцию, покупали мороженое такое, по кругу, значит, его лизали. Ну, а при этом стадионе еще была лыжная секция. А возглавлял секцию мастер спорта такая Мушкина Анна Михайловна. И она у нас в школе вела физическую культуру, физкультуру. И когда я пришел, я говорю, Анна Михайловна, возьмите меня в секцию, значит, запишите. Она говорит, Жень, тебе же нельзя, ты даже физкультурой заниматься, это же спортивная секция. Я говорю, ну что ж мне теперь умирать? Ну и, в общем, вот спасибо этой женщине, вот с нее. И я ей до сих пор благодарен за то, что я вообще-то и живу. Потому что врачи меня, конечно, уже похоронили, мне кажется, давно. Вот отправили бы в иной мир. Ну и она на свой страх и риск вообще, это действительно был для нее, в общем-то, риск большой. Она говорит, тебе же тяжело будет, жутко. Я говорю, ну что ж, попытаюсь как-то это преодолеть. Ну и действительно, мне и физически было тяжело, а главное, морально было тяжело, потому что, значит, там уже носились эти самые там перворазрядники и так далее, и пришел я вот такой вот это самое, лыжи деревянные там какие-то это самое, и они мимо, когда проносились по кругу, значит, я им мешал, ну так посмеивались, усмехались, все. Но главное, что пошло очень быстро, я скажу так, первый же год, это было с 9 вот на 10 как раз зима. Во-первых, ангины прекратились. Во-вторых, значит, это сердце стало вообще-то как-то меньше я чувствовать. Вот. И главное, весной уже, значит, после 9 класса, это вот в 9 классе, это мне 16, значит, было, выполнил 3-й спортивный разряд. Я на соревнованиях. Вот. А в 10 классе уже так пошло дело лучше. Я 2-й спортивный разряд выполнил. Значит, и поступив в институт, значит, были соревнования по лыжам между факультетами. Это Московский автомобильно-дорожный институт я закончил. В 1957 году поступил, как раз фестивальный год, и помню, сдавали экзамены и бегали это самое после сдачи экзамена вступительного на ВДНХ там, или на это самое куда-нибудь, в парк культуры с этими делегатами фестиваля там. Поучаствовать. А остальное время просто готовились к поступлению. Вот. И в первых же соревнованиях 5-е место по вузу я занял на лыжах и попал в сборную, значит, института. Первый курс – первый разряд, второй курс – кандидат в мастера и кандидат в сборную СССР. Да, стал чемпионом буревестника. Вот. И кандидат в сборную СССР по лыжам. Значит, и мы уже как в сборную, помню, там Игорь Ворончихин, может быть, кто-то знает, был такой лыжник хороший, он сейчас государственный тренер, подготовил вот Сережу Савельева, этого чемпиона мира, он там на Востоке. Мы с ним, так сказать, очень дружили, бегали на равных. Ну и по глупости баловались, играли в футбол, значит, во время подготовки на сборах. Ну и вот так вот неудачно я бил. Упал на меня защитник, у меня хрясь, значит, порвал связки колена левого, и выбыл я на год. Тогда не сшивали вот эти самые, как сейчас. Сейчас вот что там, сошьют их, и быстренько все это проходило. А тогда целый год, причем не в гипсе, а просто шины были такие, вот ходил. Боли жуткие, как чуть-чуть двинешь, пока там все это срасталось. Ну, правда, вот левая нога сейчас ничего, так сказать, вроде бы. Но это давно уже все было, все прошло. Да, и вот так я отстал от сборной. А Игорь Ворончихин, мы готовились как раз к первенству мира в Высоких Татрах, это было в Чехословакии, должны были ехать. Он там на 15 километров серебряную медаль завоевал, Игорь. Последний раз мы с ним встретились на последней спартакиаде народов СССР на Уктусах. Я уже был начальником главка Минтранстроя, значит, на правах замминистра транспортного строительства. И когда была спартакиада, это 78-й год, позвонил там в свой трест, говорю, там мне можно, приеду, хочу хоть посмотреть сейчас, как там лыжники бегают.
А на Уктусах, я говорю, мне номерок там, отцом, мне говорят, ой, сейчас у нас тут такое-то, управляющий трестом Свердловск, Странстройка. Я говорю, ну, не на Уктусах, так в Свердловске, но, в общем, там же недалеко. Но все-таки нашли этот номер. Мне на Уктусах вышел я посмотреть, боже мой, бегут. Мы-то бегали, что, на деревянных лыжах, там, это кто как одевался. Бегут в этих герметичных этих костюмах, лыжи, все. И встречаюсь с Игорем. Он говорит, ой, как хорошо, Жень, слушай, идем вечером в парилку, в баню. Тут директор защитил диссертацию кандидатскую о использовании бани для физической и моральной реабилитации спортсменов высших разрядов, значит, пользование бани. И вот он нам свою методику будет показывать, значит. И вот там собралась вся эта гвардия, Веденин, Слава, значит, там Скобов, Юра, ну, Игорь. Там еще Колчины были еще, ну, правда, тут только мужики были, женщин не было. Алевтина хоть и была там с ним, но тогда они еще были. Ну и другие эти ведущие лыжники. И вот он, этот директор гостиницы, показывал. Действительно интересная у него методика. Самое интересное, что запомнилось с тех пор, это... Может быть, это я тоже передаю опыт, и он потом уже проверенно действует. Значит, ну, во-первых, конечно, там он прием нам всем устроил шикарный совершенно. Когда мы пришли в баню, получилось, что вроде увидели, что не париться идем, а это застолье. Застолье было шикарное, стояли там напитки всякие. Вот, но он сказал, тут не притрагивайтесь пока, все по моей команде только. Вот когда все подготовились, принес кипяток, заварили мы по стакану, значит, по его команде по стакану чая, значит, по ложечке заварника. Вот. И говорит, пойдем в парилку. Пошли в парилку, посидели там 3 минуты, выходим, идем в этот греческий зал. Он говорит, наливайте каждый вот, и смотря что там, коньяк, спирт был, водка, значит, из расчета на 100 грамм. И по моей команде только все налили там, значит, это, выпивайте по 100 грамм, значит, мы выпиваем этой водки и стаканом этой 5-минутной где-то настойки чая. Запили. Смотрит на часы, через 2 минуты подъем, пошли в парилку. Вы знаете, вот эффект был такой. Эффект был такой, что это при втором заходе из всех этих пор, буквально как из душа, вот пошли это. Он потом объяснил, что получилось так, что чай с этим самым водкой внутри дал термопар, да? А тут еще сверху температура. И вот этот термоудар, который термопара как бы получилось, он дал вот такой эффект. А почему через 2 минуты, значит, он объяснил. Потому что алкоголь начинает усваиваться в кровь где-то через 4-5 минут после принятия. И помните, если кто, может быть, специализировался в этой области или... Нет, в другой, не в этом, а в Уголовном кодексе у нас статья была, значит, что совершение преступления в стадии алкогольного опьянения считалось фактором, смягчающим вину. Раньше, вот я и говорю. А когда заметили, что это преступники уже это изучили раньше, чем ученые, значит, они что, когда жертва была в доступности там 2-3 минут, они выпивали стакан водки, совершали преступление и убегали. А если попадались, фактически трезвые они все это делали. А если попадались, они уже пьяные. И это являлось смягчающим вину обстоятельством. Поэтому кодекс сменили, значит, и степень опьянения стала отягчающим вину обстоятельством вот сейчас. Поэтому вот это важно. И во время, значит, этого захода в парилку весь этот алкоголь, он фактически вместе с потом выбрасывался наружу, но производил вот такой мощный эффект, что вместе, естественно... Вот когда-то кто-то парится, посмотрите, после первого захода в парилку, попробуйте свой пот. Он же соленый-соленый. Никто, наверное, так не пробовал. Вот. То есть, конечно, вот поэтому недаром говорят, баня парит, здоровье дарит, и тот не старится, кто парится. Потому что это, естественно, баня помогает. Ну, продвижение, наверное, все. Вот теперь, конечно, вторым важнейшим фактором, который вообще добавляет при правильном пользовании 12-14 лет жизни, это, конечно, питание. Вот, питание. О нем написано уйма.
Вы, конечно, кто почитаете. Но что самое главное, конечно, в питании, что вот так можно из всего того, что уже наработано и на личном опыте, и на том, что узнал от других, это будьте аккуратнее вот с солью и с сахаром. В принципе, можно есть. Я себя не контролирую. Там это вот норма, там говорят, дневного это потребление, там 12-19 граммов это самой соли, миллиграмм. А, ну, понимаете, ведь каждый отвечает на этот вопрос в зависимости, во-первых, от того, кого вы спрашиваете, кто сам чего знает. Вот, ведь те же самые даже врачи, уже дипломированные и так далее, они к одной и той же болезни тоже по-разному относятся. Вот, например, между прочим, тоже вот интересная история. Мы очень долго дружили с Петром Георгиевичем Болотниковым, знаете, олимпийский чемпион по бегу на 10-5, вот, в Римской Олимпиаде. Болотникова, знаете, наверное, Петра? Он ушел недавно из жизни, вот уже 2 года небольшие. Он родился 8 марта и всегда шутил, он вообще очень шутник, юморист. Был надо же, говорит, вот женщин поздравляет и меня, угораздило, значит, родителям меня вот воспроизвести, значит, 8 марта. Когда ему было 75 лет, значит, они с Раей, с женой ездили в Египет, значит, отдыхали там зимой. И он себя там плохо почувствовал. Жили в люксовом номере. Он же как олимпийский чемпион, у них хорошее удовольствие. А потом у него 3 сына, они хорошо, так сказать, устроены, работают за границей. Ну, нормально, материально семья обеспечена, хорошая квартира Шанцев дал в этом Балчом Харитоневском переулке. Вот. А он там сам стал себя плохо чувствовать. Плохо-плохо, ну, выдержали там 2 недели где-то жили в этом люксе с кондиционером и все про такое прочее. Приехал в Москву, еще хуже, врачи собрали консилиум, значит, вроде бы прединфарктное или прединсультное у него определили, это сам, стали его от этого лечить, а ему еще хуже, потом еще консилиум ставили. И был молодой какой-то парень, врач. Он говорит, а вы вот недавно не отдыхали где-нибудь? Говорит, да, были вот в Египте. А в номере кондиционер был? Был. Включали, включали, ну вот все понятно. В люксе жили, значит, кондиционер не прочищался. Оказывается, в кондиционере, вот там плесень, то есть набирается влага, а во влаге плесень. В плесени заводится бяка какая-то. Вот они включали, а ведь это ж не наружу, а вот крутилось все тут, он надышался. И у него эта бяка стала 40 сантиметров аорты съела и добралась уже до клапанов. Ну вот, а когда вот этот врач определил, наконец, причину-то, значит, говорит, что вот одна есть клиника в Швейцарии, которая вот берется, такие операции делают. Там это фактически ему нужно было менять кусок аорты и клапана все уже, там, потому что они точили. Вот. Но там такие деньги оказались, что им не по силам было. А в клинике швейцарской уже сказали, что вот сейчас недавно начала работать по этим же операциям, значит, в Германии. Те там подешевле берут, но гарантии меньше. Мы 100% даем гарантии, что вы останетесь живы. А там вроде меньше процент. Но в этом случае вот в Германии, что интересно, 8 марта в 75 лет ему делали 6 часов, длилась операция, сердце вынимали вообще. И вот все это заменили. И что самое интересное, ну, может, кто-то даже и бегал из вас. Вы знаете, 8 марта в Лужниках проводится пробег, ну, час уже памяти. А тогда просто в честь этого самого Петра Болотникова. И вот в тот год, ну я-то знал об этих всех ситуациях, мы семьями, как говорится, дружим и сейчас, с Раей еще, так сказать, встречаемся и вспоминаем его. Вот. В апреле, это случилось 8 марта, март-апрель, значит, полумарафон где-то у нас в мае, Дню Победы тоже в этом самом, да, марафон даже, марафон в Лужниках. Вот, и я прихожу пробежать, и вдруг говорят, иду, а по этому самому говорят, что вот главным судьей соревнований является Петр Георгиевич Болотников. Я говорю, вот, ну, ошибаются, как, он же еще, так сказать, только вот операцию перенес где-то там на реабилитацию. Подхожу, смотрю, на трибуне Петя стоит. Я говорю, Петя, как ты, что, как? Он говорит, все нормально, смотри, пробежишь марафон, не уходи, это там мы под трибунами поляну накроем. А я говорю, как, ты уже это самое, что ли? Он говорит, на второй день после операции в меню в обеда было там 50 грамм водки.
А уж, говорит, после, когда в Италии нас это отправили, там на двухнедельный месяц они реабилитируются, так мы, говорит, с Сергеем Михалковым, это старшим, отец еще был жив, Никита-то, вот, Никита Сергеевич Михалкова, так там мы, говорит, это регулярно. Вот. Это я уже отклонился от этого самого, но... Все про питание. Да. Так вот, питание, да, питание, конечно, вот оно 12-14 лет, как определяют исследования, добавляет нам жизни. Или наоборот, значит, при неправильном питании, вот на столько лет мы себе эту жизнь сокращаем. Я не буду деталей, у меня тут есть, может быть, потом в отдельные на вопросы, значит... Вот, увидел тут, 12-15 все-таки грамм соли в день. Ну, это абсолютно индивидуально, кому-то нужно побольше, кому-то, видимо, поменьше. Но главное чувствовать самим, чтобы вот, или даже накопившуюся соль выпаривать, баней пользоваться. Тут деталей в питании я не буду. Да. Любопытно, кто у вас рацион, вот из вашего опыта? Я, честно говоря, у меня единственное, что я стараюсь вот выдерживать, и это всегда, это утром. Утром вот овсяная каша. Всегда? Ну, если есть когда возможность, да. На молоке? Нет, нет. Не на, так, на воде. На воде. Но я в нее просто потом добавляю уже тут мед или какое-нибудь варенье там. Вот что-нибудь так, это самое. Ну, нормальная, небольшая порция. Вот это здорово. А так я все, я всеядный. Всеядный. Ну, говорят так, что, мол, это самое... где-то я тут даже вот записал в отношении... Вот она, еда, это самое, прибавляет или убавляет 14 лет. Вот главное, что, оказывается, еда, она оказывает очень большое влияние на гены. Наши гены, которые или ускоряют, или замедляют процессы старения. Это по исследованиям. И вот, поэтому, если так употребляете, как рекомендуют нам эти здоровые жиры, как их называют, значит, вот, вот ежедневное потребление, скажем, любых орехов снижает на 5% уровень холестерина. И что вот рекомендуют вот исследования, что между приемами пищи такими капитальными, значит, нужно есть какие-то орехи. И вот эти орехи, ну просто как, знаете, промежуточек, да, их, они очень полезны, потому что вот холестерин, выхолестеринивают из нас. Ну и надо, конечно, как всегда говорят, много есть разных овощей и фруктов, желательно где-то по 5 видов в день, чтобы вот есть этих самых овощей и фруктов разных видов. Чтобы это витаминами все это. Ну и злаков больше, вот, богатых клетчаткой, особенно бегунам нам это тоже. А вот теперь, значит, это важная очень вещь, это закаливание организма. Ведь во всем нужно быть очень и очень правильно. Любое это хорошее можно сделать плохим. И вот. Значит, что выявилось из закаливания? Ну, оно как, что закаливание? Это, во-первых, контрастные души. Но тоже надо осторожнее с ним быть. Ну и еще главное – это вот моржевание. Да? Пошло у нас моржевание. И знаешь, что интересно получилось? Значит, моржевались мы. Я когда жил на речном вокзале, значит, бегали круглый год. А там у нас была компания. Вот Сонин, племянник Михаила Яковлевича. Теперь Домарский этот самый спортивный комментатор. Потом был на телевидении, работал. Забыл, потом в Штаты уехал. И вот мы утром, значит, все дружно в трусиках, маечках, как Михаил Михайлович этот самый, Котляров, помните, такой седовласый вот бегал, значит, круглый год бегал в маечке, значит, у него майка была Суворов, по периметру, значит, хочешь быть умным – бегай, хочешь быть сильным – бегай, хочешь быть красивым – бегай, хочешь быть здоровым – бегай. Значит, и вот он бегал так, и как-то огонек на странице своей обложки дал фотографию. Значит, зима, мороз, около нашей могилы неизвестного солдата стоят в тулупах вот так вот эти молодые парни, охрана-то там, вот, часовые. А мимо, значит, бодрячок такой в маечке, в трусиках, значит, бежит этот старичок седовласый. И вот такое фото сделали. Вот, но он бегал регулярно, и, кстати...
Получилась такая штука. Он же вообще начал бегать, Михаил Михайлович Котляров, он начал бегать в 64 года после пятого инфаркта, мне кажется. Представляете, врачи ему вообще запретили. После пятого и этого нельзя. Он говорит, ну все, мне ничего нельзя, ну зачем жить? И он, значит, все-таки, вопреки советам врачей, вот начал потихоньку двигаться, ходить, ускоренно бежать. И потом побежал так, что в 78 лет он женился на 68-летней, и вместе они бегали и говорили, ну теперь нам все радости молодости вернулись. Вот. И он глупо вообще ушел из жизни, он уже, когда ему под 90 было, он вел школу закаливания на Белом море. А Белое море, кто бывал, знаете, оно, значит, очень, так сказать, пологое, очень, так сказать, долго-долго там, чтобы дойти до хотя бы по пояс, чтобы было. И вот он, заходя туда и обратно, он застудил себе, значит, вот эти места и из-за этого скончался, значит, не дожив буквально 3 месяца где-то до 90 лет. Михаил Михайлович Котляров, из-за вот этих простудных заболеваний. У многих ребят наших, вот тех же, вот Саша Пополов такой, может, читал кто-то его книги, он специалист в области этого экологически чистого транспорта. Он работал в Союздорнии, в Гипродорнии, потом, значит, это самое, ну, был в командировке в Нижнем Новгороде, его там машина сбила, к сожалению, рано ушел из жизни. Но вот у ряда наших ребят, вот кто моржевался, значит, круглый год, условий-то для моржевания не везде было хорошо, ведь важно, как моржеваться. Если вот теплое помещение, вы вышли теплый, нырнули в эту самую прорубь, или там прорубленные в этих самых вот пространства водные, а когда вышли, особенно в сильный мороз, быстренько опять в теплое помещение, то это, конечно, пользу принесет. А у нас таких условий не было. Мы выйдем из воды, пока тут, ну, так оботрешься полотенцем, пока оденешься, все. И вдруг стали, буквально начиная там где-то с 20-25 километра, вот там, на длительных пробежках, болеть жутко мышцы. И вышла такая штука, что вот при неправильном пользовании этим самым моржеванием, оказывалось, что, особенно в сильные морозы, выходя из воды, не доходя до теплого помещения, успевали замерзнуть микрососуды, и это потом сказалось, они уже не работали, кровообращение ослаблено, и мышцы начинали сильно болеть. И вот и Саша Пополов, и вот еще ряд ребят, они быстренько сошли и не смогли бегать. К счастью, вот меня это не постигло. Я, в общем-то, недолго, я у них, там пришлось мне менять место жительства, и из этой компании я выпал. Вот поэтому до сих пор, ну, еще что хочу сказать в части. Поэтому закаливание важно, но все правильно должно быть. Вот. Ну, что еще, значит? А с чего начинать? Закаливание? Да, ну, как всегда, осторожнее говорят. Надо все-таки начинать лучше с контрастного душа, конечно. Контрастный душ. Ну, знаете, что такое контрастный душ? Это, ну, вот, кто ходит, особенно в этот бассейн плавательный, да, там же всегда много этих. У нас как мы вот делаем, мы ходим в Северное Чертаново, у нас это спорткомплекс. Ну, мы ряд ребят ходим, значит, вот так делаем. Тут горячий течет, а тут холодный. Встал под горячую, значит, перебежал под холодную, потом под горячую. Ну, и вот так несколько раз кто как это сам. А вот в проруби, знаете, тут только тогда, когда все это хорошо. Всегда во всем, что вы делаете, должен быть самоконтроль. Вот самоконтроль – это важно, потому что у каждого есть своя особая специфика. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Вот есть такая международная ассоциация «Марафоны и приключения». Слышали о ней? Штаб-квартиру у нас… Это вот нужно знать, Максим, это нужно. Значит, «Марафоны и приключения», штаб-квартира у нас в Париже. Там Франсуа Фор такой, значит, президент. Вот, эта ассоциация устраивает интересные, почему называется, «Марафоны и приключения». Значит, каждый год устраиваются какие-нибудь интересные пробеги. Вот были такие пробеги, 10 дней, 10 марафонов по пустыне Сахара. 10 дней, 10 марафонов мы бежали по БАМу. 10 дней, 10 марафонов «Золотому кольцу России». Значит, вот не то, который подряд, каждый день по марафону бежишь. Вот... Но каждый год, значит, проводится во Франции, в провинции Британь,
Пробег сверх, значит, марафонский такой пробег, 700 километров, 14 дней, по 50 километров мы бежим из Сант-Мишеля, это на Ла-Манше, и до Ридона на юге Франции, значит, по второстепенным дорогам. Значит, и вот когда мы бежали 10 дней, 10 марафонов по БАМу, это было в августе, значит, 89 года, по-моему, жара. Мошки, комары, жуть. Всех этих европейцев заели. А собираются все сильнейшие ультрамарафонцы мира. Там Жан-Марк Белок, Искирали, значит, Джеймс Арей, англичанин, значит, и так далее. И вот где-то на пятый день, помню, бежим по тайге, самые, они все искусаны, там какие-то пытались эти марли одевать, эти сетки, но а от комара-то можно защититься, а от мошки нет. Мошка, она все равно подлезает, все эти вот места, ой, изъедены были, бедняги они. А мы-то вроде ничего. Вроде нас, они на свеженьких лучше, видимо, этим, вся эта мошкара набросилась. С нами, мол, еще успеет разобраться, а те уедут. Ну и вот где-то на пятый день бежим мы рядом с Джеймсом Арей. Он мне говорит: «Джейн, never think about time, about place. Look around, here are the singing of birds, and you will show you're the best time». Вот, он сказал же, что он сказал, говорит, никогда не думай о месте, о времени. Вот беги, смотри вокруг, любуйся природой, слушай пение птиц, и ты покажешь свое лучшее время. И я после этого действительно стал вот придерживаться, так оно и есть. Помню, когда мы вот уже в сборной были, когда соревнования, тренер говорит, значит, ты пробежишь за столько-то, ты пробежишь за столько-то и за столько-то. Вот он говорит, думаешь, ну нет. У нас Александр Георгиевич Садовников был, значит, я готов лучше, это вот ошиблись. Ничего подобного. Вот как ты готов, если правильно распределишь силы по дистанции, ты покажешь свое лучшее время. Потому что ты вот внутри, не, я тебе докажу, что я лучше пробегу, что это такое время мне это самое. Там. А на самом деле вот он в пределах 5 секунд он мог ошибиться. Значит, какой главный самоконтроль при любых вот, физических нагрузках? Дыхание, ребята, через нос. Вдох через нос, выдох как угодно. Почему? Значит, когда вы можете дышать через нос, вы бежите или там что-то делаете в аэробном режиме. Что значит в аэробном? В достаточном для организма нормальной работы кислородом. Как только вам через нос уже тяжело и переходите... Это организм уже в стадии анаэробного состояния, то есть ему не хватает кислорода для таких нагрузок, вот, которые вы дали ему. Это вот самая опасная штука. К ней надо, к ней готовиться специальными тренировками скоростными. Я уже говорил, вообще во всех три вида у нас тренировки. Три вида – скоростная, интервальная и дистанционная. Вот Петя Болотников, он же тренер еще был, это даже зарубежных тренировал, он говорил, что скоростную можно даже до 65 лет. Вот сейчас, вот в субботу мы бежали в Ярославле, этот полумарафон, и его выиграл Алексей Кривоносов, ему 63 года, он десятку пробежал за 35 минут. Представляете, 63 года. Вот. И только что вернулся из Лиона, где было первенство у нас летнее, это самое... Он буквально там 0,01 секунды на марафоне проиграл, серебра ему не хватило. Причем был простуженный, бронхи, говорит, застудил дорогу. И вот бежал там с раскладкой, и, ну, вот 3:30 на марафоне. Представляете, это потрясающе, конечно. А он комендант Шинника, у него, конечно, возможности. Вот он такой интересный. Вот там Максиму фотографию прислали, и он на этой фотографии, он меня поджидал там на финише, мы с ним хорошо дружим. Значит, самоконтроль во всех этих самых. Хотите долго бегать и жить? Значит, первое, я сейчас вам скажу заключение тех основных правилах, потом уже на вопросы. Значит, бег вот с дыханием через нос. А выдыхайте, как вы хотите, можно... Друзья, я хочу из всего того, что я вам тут и сказал, из того, что я не успел вам сказать, я просто подведу итоги. Вот я выработал для себя, значит, таких вот несколько основных правил. Значит, я коротко о них, значит, правила такой житейской мудрости, что ли, нас.
Вот. Ну, ничего тут удивительного нет в них, потому что все гениально, оно вообще очень все просто, очень все простое, но только после того, как его откроешь. Поэтому вот такие правила. Если помните их и следуйте им, тогда все будет хорошо. А я думаю, что вы без меня их многие эти правила следуете уже и знаете. Первое. Физическая культура должна быть постоянным спутником в жизни человека от пеленок и до последнего вдоха. Вот тогда вы проживете долгую, счастливую, так сказать, плодотворную, насыщенную жизнь. То есть физическая культура. Спорт больших достижений, в общем-то, во вред. Это я видел на своих друзьях, это и сам испытывал, вот особенно когда мы, вот, был кандидатом в сборную СССР по лыжам. Там в день 3 тренировки у нас было, причем каждая тренировка до упада. Ну, тогда молодой, быстро восстанавливались. Сейчас я вот с Алешей Кривоносовым поговорил. Алеш, как ты считаешь, а он хороший и тренер, и вообще это самое. Как вот нам нужно лучше всего готовиться, вот, скажем, к полумарафону? Он говорит, 3 дня тебе нужно отдыхать полностью. И я вот, кстати, послушал его, и вот в этот раз вот в Ярославле, а это уже 6-й этап был вот этого «Бегом по Золотому кольцу», у вас вот бегают ребята, вот 6-й. И я как раз дал отдыха 3 дня. Я уже... А? Нет, растяжечки, зарядку, это закон. А это вот сейчас будет у меня тут и в правилах. Значит, короче, физическая культура, постоянный ваш должен быть спутник. Вот. И для своих детей тоже с пеленок начинайте, так сказать, их это разминать. Второе. Обязательно регулярность занятий. Вот регулярность занятий – это правило особенно важно соблюдать в отношении вот ежедневных утренних зарядок, которые имеют целью вообще, и помните, утренняя зарядка имеет целью разбудить все органы, разбудить и подготовить их к работе в течение суток, вот, в течение дня. Никогда утренние отягощения какие-то, силовые упражнения утром не надо. И длительный бег утром противопоказан. Это уже исследования показали. Кто утром большие дистанции бегает, кровь меняется в худшую сторону. Ну, это там 10 и более километров. Скажем, вот 5-7 километров утром легкого бега с дыханием через нос. Через нос. Я вообще вам советую всегда и даже в соревновательном режиме не выводить себя в это анаэробное состояние. То есть бегать всегда с дыханием через нос. Постепенно вы придете и покажете свои лучшие все равно результаты, на которые вы способны, которые это самое. Вот. Что же касается, значит, проведения специальных тренировочных занятий, вот скоростные, там, интервальные эти самые специальных, то их регулярность тоже важна, но зависит она все-таки от многих факторов, и прежде всего от возраста, состояния здоровья, ну и цели проведения. Лучше всего, значит, режим такой, чтобы в неделю по одной тренировке проводить, то есть скоростную, интервальную, и дистанционную, лучше между, вот как раз скоростная, потом дистанционная, потом интервальная. Вы понимаете, что такое скоростная, да? Вот Петя Болотников, когда он там готовился к этим олимпийским и так далее, это он делал там 8 по километру, то есть километр летит как можно быстрее. Потом, значит, отдыхает еще километр, и вот он говорит, когда Затопик там или там смотрели, он говорит, ну и работает. Значит, мы так не можем. Интервальное – это когда делаете типа восьмерки, что на лыжах, что на этом самом как-то. Один кружочек там, в зависимости от там, состояния, тренированности и так далее. Один, ну, как у нас вот обычно делают, там, с километр один этот кольцо, и, ну, и метров 250 второе. И вот 250 метров медленно-медленно идем, подходишь к этой точке и галопом, значит, помчался этот круг 800, бежишь – до упада почти, а потом 200 метров отдыхаешь, и опять. Ну и вот там в зависимости от способностей и прочее. Ну а дистанционно это спокойный, так сказать, в среднем темпе, дыханием через нос, бег, там в зависимости от... Считается так, если в среднем за день у вас набирается 14 километров спокойного, даже нормального бега, то вы готовы бежать марафон. Вы можете пробежать марафон. То есть треть, если треть нагрузки каждый день вы даете себе спокойной, то марафон вы пробежите. Но
Есть такое, убивает не расстояние. Убивает не расстояние, убивает темп бега. Поэтому и говорят, бурный старт, медленный финиш. Спокойный старт, бурный финиш. Это, помните, тоже как правило. Теперь, значит, следующее правило – это обязательная постепенность увеличения и снижения тренировочных физических нагрузок. Если утренняя программа вообще физических упражнений, она на протяжении всей жизни, в общем-то, такой сознательной, она приблизительно мало меняется, вот, то специальные тренировки, конечно, могут варьировать в достаточно серьезных уже диапазонах. Вот Петя Болотников считал, что скоростные можно проводить только до 60-65 лет максимум. Как вот сейчас Кривоносов, он, конечно, вот в 63 года, он еще и скоростные бежит, если он там вот 10 километров по 3.30. Вот. Следующее правило. По возможности участвуйте в различных массовых спортивных мероприятиях, соревнованиях, там, агитационных пробегах. Это для морального. Вы знаете, когда... Вот участвуешь в этом. Ну, я сейчас бегу не на результат там чего-то, а просто участвую. Встречаешься с друзьями, значит. А знаете, какие эмоции испытываешь, вот когда марафон заканчивается? Вот в прошлом году я 4 марафона пробежал. Значит, и то уже сейчас я считаю, там еще, может быть, вот несколько пробегу и хватит уже. А почему? Значит, журнал «Бег и мы» знаете, да? Значит, Боря наш, этот самый Прокопьев, главный редактор журнала, он такую идею хорошую высказал, значит, и даже создал такой паспорт марафонца. Значит, те, кто пробегут марафоны во всех городах, столицах летних Олимпийских игр европейских, вот, получат от журнала там специально какую-то награду, медаль такую. Сейчас первый, кто уже это выполнил, это Блейх Люба и Феликс Фейгин. Они вот лондонским закрыли. Таких городов 12, вы знаете, этих олимпийских столиц. Это Афины, Рим, Барселона, Париж, Берлин, Стокгольм, Хельсинки, Москва, Амстердам, Антверпен, Лондон. И Мюнхен. Вот 12 этих. Вот я 10 пробежал, и в этом году вроде бы хотел этот лондонский закончить, антверпенский. А валюта подскочила, или наоборот упала, и уже стало, в общем-то, трудновато. Ну, просто не потому, что можно было бы, конечно, там это попасть, но почувствовал, что смысла-то нет. Ну, такие деньги тратить для того, чтобы поехать, вот ради этого, кстати. Вот, ну, а так... Ну, я единственный человек на планете Земля, который пробежал 30 раз МММММ. Коренной москвич. Вот. Причем, вот тут это самое... Это я не для этого. Я хочу сказать, что, значит, когда 15 марафонов прошло МММ, значит, нам вот такие вот... Вот эту вот грамоту мне лично вручал этот Лужков. За 15 нас было 11 человек тогда, кто пробежал 15 раз марафон. Это было в 98 году, вот 30 августа. 20 когда марафонов, вот тут грамоту, уже Шанцев вручал зам мэра. Вот такую грамоту. 25 Фадеев вручал, это помните, он организатор был. Вот. И правда, помимо грамоты... О, вот такую дали еще штучку, значит, вот тут, вот, куда она отпала, ах, нет, вот, за участие в 25 МММ. Когда я один, к 25 нас осталось что-то там четверо или пятеро, там уточняли. А 30 я один, когда закончил, ничего, ни грамоты, ничего, потому что уже этот марафон переходил в новый, вот сейчас, вот, который в этом году, вот сейчас, следующее воскресенье, третий раз будет уже. Так, следующее, значит, правило. Не думайте о месте, о времени, и тогда покажете свой лучший результат. Это вот я выбил из этого совета Джеймса Рэя. Кстати, Джеймс Рэй, он иранец по происхождению, это сильнейший ультрамарафонец мира. Помню, на БАМ он приехал, победив соревнование по Великой Китайской стене. И до Великой Китайской стены еще пробег есть такой Нагасаки, Хиросима Нагасаки, вот в честь этой памяти о жертвах.
И он там выиграл тот пробег, и выиграл пробег по Великой Китайской, и приехал на этот БАМ. И вот на пятый день, изъеденный этой мошками, и все, вот он мне так это говорил, уже never think about time, about place, ну и так далее. Вот. А вот это вот важнейшее правило. Берегите с первых шагов участия в пробегах, значит, берегите опорно-двигательный аппарат. Ребята, первые выходят из строя, опорно-двигательный аппарат. Сердце укрепляется, легкие укрепляются, другие органы укрепляются, если правильно, конечно, вы все делаете. А опорно-двигательный аппарат выходит из строя первым. Ну и, наконец, ведите спортивный дневник. Не ленитесь, потому что все-таки память наша, она не всемирна. И многое забывается. Поэтому каждый раз, хоть немножко, каждый день ведите дневник. Желательно даже туда заносить состояние свое, там давление и так далее, если есть все это самое. Но главное, как вот Александр Александрович Любящев, вот, с чего я начинал, это самая эта странная жизнь, обязательно почитайте эту книгу. Потому что там из расчета на 80 лет вот система жизни человека, как лучше прожить эту жизнь странную. Поэтому Даниил Гранин и назвал это «Странная жизнь». И там, что интересно, значит, он, когда дневники, этот Любящев вел дневники таким порядком, он просто каждый день писал, что он сделал, сколько времени потратил, что, даже у него там было в годы войны, сын погиб на фронте, он писал, скорбел там по утрате сына столько-то минут. Считали его вообще очень сухим, вроде, так сказать, педантичным человеком, но на самом деле вот эти дневники, они там... И он каждый день... То есть каждую декаду подводил итоги декадные, тратил на это 3 минуты. Каждый помесячно подводил итоги, что он делал, значит, тратил что-то там 10 минут. Каждый год он тратил 3 часа на то, чтобы... И у него шли там кривые, он составлял и так далее, и так далее. И в результате он пришел к такому интересному выводу. Чтобы быть корифеем в своей области, корифеем... Значит, нужно заниматься своим основным делом, но я имею в виду это профессиональным делом каким-то, так сказать, по работе, 5 часов 12 минут в день. Больше будете тратить, бесполезно, меньше, не станете корифеем. Значит, поэтому вот такие выводы. Значит, сколько лет? А всю жизнь. А корифеем? Всю жизнь. А потому что сейчас, видите, темпы какие. Вот смотрите, братцы, ведь буквально еще даже в прошлом, ну, к началу прошлого века, ведь на протяжении жизни одного человека его на лошадке, в лучшем случае, из роддома привозили, и на лошадке увозили на погост. Да? Вот, это в лучшем случае. А сейчас что происходит? Потому что это я говорю, почему от лошадки до лошадки? Потому что серьезных изменений в течение жизни человека не было. А сейчас в течение жизни одного поколения происходит смена технологических укладов даже. Вот какие темпы, а какие потоки информационные надо переваривать. Это жуть. Поэтому век живи, век учись. И все равно уйдешь, не познав, конечно. А во все времена, раньше, теперь и в будущем, как было, так есть, так и будет. Объективно человека оценивают все-таки по 3 главным критериям. Это степени познания истины, то есть объему накопленных знаний, красоте и доброте. Ну и наличие чувств веры, надежды и любви, чего я вам всем и желаю. Теперь отвечу на ваши вопросы. Есть какие-то вопросы? Два часа 30 минут 22 секунды. 2:30, 22. Этому меня, а предыдущий в Мышкине был там 6 холмов. Там 2:34 было. Тут вот на 4 минуты я улучшил. Хотя я почему-то убежден, что дистанция в Ярославле была больше, чем полумарафон. Потому что я просто чувствовал, я же... Вот как Любящев, он без часов обходился, он чувствовал любой промежуток времени, он чувствовал до
секунд буквально, и не ошибался. Ну, а уж минутах-то никогда. Поэтому он вывел вот эту даже 5 часов 12 минут, это все исходя из своих всех этих самых расчетов. А так он без часов обходился, он в любой промежуток времени. Он писал там, прочитал столько-то страниц на английском языке, столько-то это, столько-то времени, столько-то это, столько-то времени, вот и так далее. И вот все это все суммировал, все это анализировал и вывел вот такую кривую, чем сколько. А по основным делам, значит, да. И там что еще интересно, 5 часов 12 минут – это профессиональным делом заниматься. И каждый день не менее 2 часов уделять физической культуре. Не менее 2 часов. И он так это делал. А вы таскиваете? Что? Ну, у меня вообще где-то так получается в день, когда есть возможность. Потому что у меня вот это утреннее, сейчас я стал добавлять еще бассейн 3 раза в неделю. Значит, у меня получается час на вот эту систему, и там еще 40 минут воды. Ну, плюс-минус вот эти, выход-вход. Можно? А, Евгений Алексеевич, ваш однофамилец Дмитрий Жуков в своей книге «Стой, кто ведет», он описывает... Ну, вообще он в книге изучает поведение человека, и там небольшой отрезок есть, в котором он описывает, что физические упражнения, занятия спортом, они отрицательно влияют на критическое мышление, и в частности на занятия научной деятельностью. Я понял ваш вопрос. Определенный срок времени. Дилетант он в этом деле, он, видимо, по себе судит. Дело-то в том, что смотря чем он занимается. Да. Нет, вот смотрите, смотря чем он занимается. Если он занимается боксом, ему бьют по голове там здорово, да, то это естественно. Но я по себе знаю, что вот во время длительного бега, особенно после где-то там 7-го, 10-го километра и далее, ну, во-первых, перепоешь весь репертуар хороших песен. Потом приходит, значит, решение каких-то серьезных этих самых вопросов, которые ты не мог. Дальше. Я бегу, и мне надо выступать. Вот в четверг президент отеля, у нас международная конференция. Я там лекцию читаю на тему, значит, организационно-экономической основы модернизации нашего комплекса этого самого хозяйственного. Я набегу, я уже, так сказать, готовлю вот это выступление. То есть, когда длительный бег... то наоборот, мозг очищается и начинает... Ведь дело в том, что у нас же 2 половины. Одна отвечает за физику, а другая за мораль, это за дух. Понимаете? И вот как раз при долгом беге очищается и включается в работу вторая правая полушария. И оно-то как раз отвечает нам за наше умственное развитие фактически. И работает лучше. Ну, тут с братьев Знаменских можно, конечно, начинать. Знаете, да? Серафим, Григорий. Они как раз вот жили в Тарасовке, и они каждый день на работу бегали из Тарасовки в Москву, это 30 километров. Вот, и они тогда, знают, сейчас стадион братьев Знаменских, и соревнования в честь братьев Знаменских. И очень долго был пробег Тарасовка-Москва. Я в нем раз 10 участвовал. А потом из-за движения уже по Ярославскому шоссе, и там это самое. Причем первые старты были на стадионе «Спартак», и мы пробегали, значит, через железную дорогу, через переезд там это в Тарасовке, между Тарасовкой и Клязьмой, значит, это самое. Потом стали давать старт уже с этой стороны, чтобы не через переезд, это самое, чтобы под поезд кто-нибудь не попал. А потом вообще закрыли, потому что движение и все такое прочее. Вот. И сейчас этот пробег, он и есть, но, то есть в честь братьев Знаменских. У меня интересная была вот что встреча. Мне пришлось, значит, с 1972 по 1977 год, 5 лет, я работал, строил этот самый «Малый БАМ», как мы его называли. Это автотрассу в Якутии, Ленск, Мирный, Чернышевский, Айхал-Удачный. Вот. И там я бегал по Якутской тропе, как называлось, но там тайга кругом, а мы посередине, как говорится, и 100 верст вокруг ничего, никого. А от нашего поселка Таежного, значит, ну зато я узнал, что такое Заря там за поворотом. Вот Заря, это 49 километров от Мирного, Алмазограда, это где трубка Мир. А эта дорога, она и строилась, чтобы обслужить этих алмазодобытчиков, золотодобытчиков и так далее. И говорят, ну, в тайгу вообще уходить там без кинжала и ружья вообще не рекомендовалось, потому что там еще дикие места совершенно, и медведь там, и рысь там, и, в общем, все что угодно. Вот. Ну, а я бегал 5 лет,
по тропе, там якут, какой-то улус был якутский, и к нам привозили они эти мехособоли, там еще что-нибудь, и к нам приезжали в поселок, чтобы купить себе там еду. Ну и пробили такую на этих своих лошадках эту дорожку, и вот я по ней бегал, встречался с медведями, встречался там, птиц полно всяких этих куропаток и прочее, конечно, когда они вспархивают, это опасно. А? До минус 40 бегал, но бегал уже, знаете, да, бегал в такой шапке, закрывал только глаза и дыхание. А дело в том, что уже после минус 40, это самое, ну, я в десятку сильнейших по лыжам входил в Якутии и чемпионом был по бегу и по лыжам мирного. Вот все эти 5 лет пока был. Там интересные были ребята и сильные очень. Все. Ну, а ниже 40 уже замерзала эта самая оболочка глаз, если это самое. Мы в спортзале. В спортзале бегаем. В спортзале. Вот, сейчас первый марафон я пробежал, значит, в 81-м году после Олимпиады, по Олимпийской трассе. Это 41 год. Причем только я пробежал первый марафон не Олимпийской трассе, а по дороге жизни, зимней. Я как лыжник. И вот первый решился я на... Да, что я забыл сказать. Вот когда уже был в сборной, понимаете, в сборной, ну, там мы под жестким контролем этих врачей, и вот врачи говорят, ну, у тебя мотор, ну, с таким мотором тебе только рекорды ставить. Это вот после того, как врачи одни определили вообще, что нельзя физкультурой заниматься, я почему говорю, они бы меня, конечно, похоронили, если бы это... А вот так постепенно, и плюс вот опытный тренер, она мне как-то, так сказать, дала возможность постепенно войти. И вот это, значит, а вот в зиму с 80-го на 81-й год по дороге жизни первый был марафон. И помню, и вам советую, кто еще марафоны не бежал, мне опытные ребята сказали, Женя, смотри, беги марафон так первый, и всегда думай, что если будешь так бежать быстро, не добежишь. Не добежишь. Вот беги так, чтобы спокойно. Вот. И вот я пробежал. А потом следом был... Да, и что интересно, я пробежал зимний марафон, значит, там это по дороге жизни, это от Ладоги вот до Петербурга, тогда Ленинграда, значит. Я не помню, сейчас 3.11 что-то. А это... Ну, так молодой был еще, 40 лет. Ну, это нормально, я считаю. Да. А что интересно, я после этого марафона, я себя уже корифеем, значит, и следом вот был первый этот МММ. Но я-то тут думаю, ли это хорошо, боже мой, а там скользко еще было по этой дороге жизни-то от Ладоги сюда. И я это самое помчался со старта, и в результате я пробежал что-то 3.20, хуже даже, чем зимний марафон. Поэтому вот я говорю, спокойный старт – это хороший бурный финиш. Надо... То, что вот имеете возможность, то и пробежите, если правильно распределить энергию. А все-таки, кто в СССР да. бегал? Что? Ну, кто бегал, кроме знаний? Да, и вот я же начал говорить. И мне вдруг говорят, слушай, ты вот бегаешь, а у нас же тут заслуженный мастер спорта, Григорий этот самый, малеванный, работает в автобазе у нас. Я иду в автобазу, значит, а я главный экономист Треста там был. Значит, прихожу в автобазу, говорю, где тут Гриша Малеванный, значит? Ну, там где-то сидит под машиной, какой-то слесарь вылезает, значит. Вот. Я говорю, вы же вот так тогда. И вот мы с ним стали бегать. И он мне много-много показал. И вот, значит, 1970 год шел. И вот Михаил Яковлевич Сонин, он работал завсектором в Институте экономики Академии наук нашей тогда СССР. Вот, и будучи болен лейкемией, и вот он, прочитав книгу Гилмора, это сам «Бег ради жизни», он решил создать клуб. Первый в стране клуб, мы при Московском доме ученых, была такая группа, я не входил в нее, он там собрал активистов, и вот такое образовали при доме ученых секцию, она называлась клуб. Ну и начали раз в месяц проводить эти самые... Тренировок не было специальных, каждый там занимался как мог. Потом постепенно это развивалось. Вот приезжали такие вот, как Амосов, Аринчин. Вы знаете об Аринчине? Это интересный он белорус. Вот он открыл явление периферийных сердец. Значит, почему полезен? Вот причина-то, почему полезен бег? А такой вот легкий, ну, правильно, оздоровительный, как его говорят. Потому что в покое
У нас 360 там с чем-то этих самых скелетных мышц, которые в покое не работают. А когда они вот упражнения делаешь или что, эти мышцы, они выполняют, помимо физических этих работ, они еще выполняют функции насосов. И они, сокращаясь, гоняют кровь и дают отдыхать основному сердцу нашему. Вот почему сменили сейчас методику лечения инфарктов. Раньше было так, инфаркт, человека в покой, а потом еще реабилитация в покое, а сейчас нет. Сейчас чуть-чуть дают ему в покое, чтобы эта кровь там это остановилась, а потом ходи, бегай и так далее. Вот, да. А вот Оринчин, он в войну в передвижном конном обозе в медсанчасти работал. И обратил внимание, оказался в этом самом блокированном Ленинграде, блокадном. И обратил внимание, говорит, массу везли инфарктников. Как? На санках, на носилках, волоком порой притаскивали живых. Мы, говорит, их укладывали в покой, оказывали там эти самые услуги необходимые медицинские, они умирали. А пока их тащили на носилках, на санях, там, на этих самых, они жили. И он тогда говорит, я задумался об этом, но некогда же было в войну. Значит, этим. А после он провел исследование, и вот он понял, почему. Потому что в покое, когда их трясли, сердцу помогали вот эти мышцы. А когда в покое укладывались, больное сердце, на него вся нагрузка, и оно останавливалось. Да, и в 70-м году был создан этот самый наш клуб любителей бега при Московском доме ученых. В 10-м году, в 2010-м, я как раз был председателем, вот третьим уже, вторым председателем был, ну, сначала вот лет 10, там, 11, был Сонин Михаил Яковлевич, потом он, когда умер, клуб возглавил Леонид Алексеевич Смирнов. Интереснейший человек, но он такой человек закрытый, он специалист был по топливу для наших этих спутников, ракет этих вот и так далее. Он заведовал кафедрой топлива в МАИ, и он долгое время был. Но когда он уже состарился тоже, передал бразды правления мне. Мне где-то там 12 лет, я тоже цел, но сейчас в больших нагрузках, передал вот Юрию Васильевичу Сысоеву, тоже интересный человек, который, перенеся инфаркт, буквально через 3 месяца сотню пробежал в Одессе. Сотню. Вот, еще, но сейчас он почти не бегает, но, во всяком случае, молодец. Вот. В 2010 году на 40-летие клуба и 100-летие Михаила Яковлевича Сонина, у него как раз это совпало, он 10-го года рождения, у него 3 десятки, 10-го, 10-го, 10-го. Он 10 октября родился в 10-м году, в 910. Вот, мы отмечали, естественно, 40-летие клуба и выпустили. Вот, Настенька, принесла ты эту книжку? Мы выпустили такую монографию. У нас там 13, по-моему, авторов. Вот такая книжечка, она не продавалась, и, к сожалению, у меня вот последний экземпляр, я Насте дал почитать все свои, что у меня там было, штук 50, я их раздал. Тут, знаете, ну, под моим вот руководством тогда творческий коллектив такой, Андрей Владимирович Руденский. Это доктор технических наук, интереснейший парень, пишет про космос там и так далее, и так далее. Друг мой, Константин Николаевич Борисов, врач-практик, главный врач в этом самом... поликлиники долгое время, он был на планерной, которая, это сам поликлиника, может, кто-то там ходил. Он и сейчас бегает, и мы вместе бегаем, даже вот на, в ряде этих самых, по Золотому кольцу он приезжал. Олег Владимирович Левашов, специалист по мозгу, кстати, сейчас звонит мне, во Вьетнаме оказался, женился на вьетнамке, значит, и вот там что-то работает, спрашивает, ну как сейчас, в Москву можно вернуться, как у вас там это самое? Я говорю, как видишь, жив. Вот Николай Андреевич Махутов, интереснейший, директор Института машиноведения, академик. Владимир Борисович Попов, главный тренер был по легкой атлетике, заведовал кафедрой легкой атлетики в Цоливке, в Институте физкультуры. Поехал 2, 3, 4, 5 уже теперь лет назад, поехал в гости в Тбилиси к другу. Прихватило что-то, говорит, болел, вот как рассказывают. Терпел до невозможности, а потом оказался и как Королёв на операционном столе там в Тбилиси скончался. Главный тренер наш был интереснейший. Юрий Исаакович Розенбаум бегал Царство ему небесное недавно, он тоже ушел. Еще с 87 лет он марафон бежал. Феликс Захарович Фейгин и Любовь Михайловна Блейх. Теперь мы их вместе. Они подружились на бегах.
поженились недавно, значит. Вот, Блейх, это вообще, она трижды уже попала в книгу Гиннесса. Она единственная женщина, значит, на всех материках бежала, бежала на Северном Южном полюсе и больше всех марафонов. Она сейчас уже перевалила за 200. Вот бежала недавно, буквально прошлое, что ли, воскресенье, 201-й марафон. Каждый день надо бегать? А сколько марафонов? Они раз в неделю бегают. А им, значит... Они, ну, не мар... не... они вот добегают... Они, нет, я имею в виду не в соревнованиях каждый, но у них так, у них они вот утром эти зарядки, а так раз, когда здесь не в соревнованиях, они 20 километров в субботу обычно пробегают. Ну а когда соревнования, вот они в основном марафоны, причем ездят по всему свету. Сейчас у них там какой-то этот самый сын Феликс на телевидении. Они получили, так сказать, дотации какие-то, он фильм снимает о них, это интереснейшие люди. Вот. Кто еще у нас тут? Ройтман, чемпион многократный по тройному прыжку, он заведует кафедрой безопасности, техник безопасности в этом институте, строительном институте, там, Матищах, ректора которого сняли недавно, вот, это за то, что зарплату не повышал год у своих сотрудников. Бернд Кунц, это немец, интересная была встреча, как он оказался в этой книге, значит, бежим мы, это в Италии где-то, в Италии было, вот, бегут и гоняю какого-то бегуна, значит, он так на меня смотрит и по-английски спрашивает что-то такое у меня. Я ему по-английски отвечаю, он вдруг по-русски говорит, а вы что, русский? А я говорю, как вы догадались, значит? Он говорит, по интонации, произношению. Ну, познакомились, и там мы выиграли, мы бронзу выиграли, а их команда, наша возрастная, значит, серебро. И познакомились, он говорит, хочешь пробежать в ЮАР, в этом самом, не в ЮАР, а в Арабских Эмиратах? В Дубае марафон. Я говорю, хочу, но туда мне это не по карману. А я, говорю, тебе оплачу это самое. Вот. И он действительно выполнил. И 3 января должен был, 4 января должен был быть там марафон. Я туда прилетел к нему, он все это действительно оплатил дорогу, и там проживали у него. А 3 января гастролировал где-то в Лаосе этот шейх и умер там. И марафон отменили. Поэтому... 10 дней мы там так это и побегали вместе, и я полюбовался Дубаем. Но про Петра Болотникова я по ходу говорил. Это уникальный человек, вообще, надо сказать. Ну, так, чтобы вас повеселить. Вот я, помните, рассказывал, когда он сказал, ты когда прибежишь, не уходи, значит, там поляну накроем. А в этот же день сопровождала эти соревнования там и открывала, там она пела эту самую, Толкунова Валя, еще жива была. Вот. Ну и мы как раз, я закончил, когда вместе на его «Мерседесе» он, значит, этот самый подвез. А там была накрыта не одна, а три поляны, такие большие три круглых стола. За двумя уже там шел пир, значит, а за третьим были для нас места, мы тут приехали, сели. А когда бежал я этот самый марафон, то догнал какого-то, ну, приблизительно помоложе меня, ну, так это сам, догнал и обогнал. Обогнал и бегу, а он сзади пыхтит, значит, уже. Ну, думаю, еще не дай бог, что буду виноват. Я притормозил перед финишем, он меня перед финишем обошел, и это самое. Ну, и обошел, и все, а мне-то какая разница. Когда мы пришли и сели за столы, а за другим столом вдруг, ну, когда там уже чуть-чуть приняли, встает, я смотрю, вот тот человек похож. А он говорит, Петь, а у твоего друга слабая воля. Как слабая воля, Петя говорит. Да вот он меня по трассе обогнал, а на финише сдал. Петя ему говорит, вы в сельском хозяйстве разбираетесь вообще? Он говорит, да я вырос в сельской местности. Но вы вот лошадь от коровы можете отличить? Он говорит, ну еще бы, а как же это? А вот скажите тогда, почему они едят одну и ту же пищу? А лошадь ходит котехами, а корова лепешками. Тут думал, ну, говорит, не знаю. Ну вот, говорит, сначала научись разбираться в дерьме, а потом уже критикуй моих друзей. Валя Толкунова чуть не упала, значит, она сидела с нами. Ну и еще вас уже под занавес вот таким итоговым стихоплетом хочу, значит, пир, веселье, танцы, тосты,
Но узнать мне довелось, не ко всем приходит в гости добрый Дедушка Мороз. К тем, кто курит сигареты и дымит, как паровоз, к тем приходит незаметно добрый Дедушка Склероз. К тем, кто дринкает нехило водку, раку, кальвадос, ром, коньяк, вискарь, текилу, к тем приходит дед Цирроз. К тем, кто гиподинамично мягким местом в кресло врос, к тем приходит, как обычно, добрый Дедушка Артроз. К тем, кто ест икру лопатой, оливье завозом воз, огурцы, кефир, купаты, к тем приходит дед Понос. К тем, кто зол и невоздержан, и всегда бубнит под нос, может забрести, конечно, добрый Дедушка Психоз. Так поднимем же бокалы, чтобы не проливать нам слез, чтоб здоровье пребывало, и пришел к нам Дед Мороз. А вот в мои годы уже очень ясно и четко представляю, что день рождения один раз в году – это не так уж и редко, ребята. Мчатся они годы, пятилетки, сейчас десятилетки, особенно после 50, мигом. Вот это вам спасибо за внимание.